У нас уже є другий ранковий гість, це художник Матвій Вайсберг. Ми вже з вами знайомі, на щастя. Ми одразу зараз подивимося ще відео, може ви його бачили, що до звернення Руслани Лежичко, та, може бачили. Потім, о, тоді ми з вами його і обговоримо, власне. Руслана Лежичко під час прямого ефіру на фіналі національного бельгійського відбору до Євробачення звернулася до світу і закликала усіх видатних людей зробити свої публічні заяви на підтримку миру та України. People of the world, all politicians, all celebrities, I scream for help. Today, power of our voice is too big to keep silence. We need your public statement, real actions to stop a new war in Ukraine. Let's do everything to save human lives before it's too late. Don't wait, act. Отже, зараз я скажу, що говорила, власне, вона говорила англійською, що говорила Руслана. Сила нашого голосу сьогодні занадто велика, щоб мовчати. Я закликала політиків діяти, щоб зберегти людське життя, поки ще не занадто пізно, написала Руслана у своєму блозі. Тобто з цим вона зверталася, власне, до людей зі сцени відбору на Євробачення. У нас в гостях художник, ще раз представлю, Матвій Вайсберг. Скажіть, будь ласка, які ваші враження як художника? Руслана таким чином звернулася. От що має робити от мистецька частина людей? Якийсь мистецький спротив чи підтримка, чи як? Ну, художники, як і всі остальные люди, да, должны делать то, что делают, то, что могут делать во всяком случае. Мне было вот любопытно смотреть предыдущий эфир, да, с крымчанами. Я хотел понять психологию этих людей. Знаете, вот они надеются на лучшее, на будущее, их надежды вылились в ожидание этого лучшего откуда-то оттуда, да, откуда-то. Вот сейчас будут молочные реки с кисельными берегами. У нас это вылилось в прямой протест. В какой-то момент мы поняли, что, собственно говоря, только мы сами можем свою судьбу решить. И вот это, мне кажется, кардинальная разница. Потому что вот сейчас мы проголосовали, и будет все хорошо, да, кисельные реки, молочные реки, кисельные берега и так далее. Что касается художников, ну, знаете, это как вот с Майданом. Я вначале, когда пошел на Майдан, то я проартикулировал, что я пошел не как художник, а как, просто как гражданин, как сотни тысяч, как миллионы граждан Украины. Другой вопрос, что, так сказать, потом эта ситуация не изменилась, но трансформировалась у меня лично, скажем, я кое-что делал и как художник. Надеюсь, что это важно просто. Что сейчас делать? Ну, я не знаю, что делать. Пытаться, вы знаете, ну, даже вот какая-то такая фейсбучная публицистика, мне кажется, тоже играет роль. Пытаться каким-то образом, ну, доносить до этих людей, ведь они, собственно говоря, обмануты. И, ну, люди как люди, да, вот они ждут лучшего. Они ждут, они надеются, знаете, в 2010 году в нашей такой небольшой студенческой столовой, куда мы ходим из мастерской, на обед я услышал от работниц, что хочу, чтобы доллар был как раньше, а зарплата была как сейчас. И я понял, что мы выборы проиграем тогда Януковичу. Понимаете, вот это вот ожидание, так сказать, вот того, чего там с неба упадет. Вот как-то пытаться людям объяснить, что, собственно говоря, это все в их интересах, это все в их целях, да, что мы здесь избавили их от такого страшного монстра, как Янукович. Тобто ви вважаєте, що треба продовжувати, намагатися, ну, до них достукатися, чи просто потім вже залишити? Это параллельно, конечно, всегда надо делать. Что с точки зрения делать государственно, я не государственный человек, да, я не очень понимаю, как воевать. Во всяком, в любом случае, да, в нынешней ситуации, в частности. Вот. И, ну, мне кажется, что, ну,
то, что мы можем, ну, есть, есть прямое действие там, да, какие-то, ну, я не знаю, собирать петиции, ну, собственно говоря, сколько этих петиций уже было, да, там, собирать деньги, материальные какие-то вещи и так далее и тому подобное. Пока так, я думаю. Ну, от дивіться, в принципі, в Криму був доступ до будь-якої інформації. Та у них ефірними були російські канали. Але, зрештою, у нас, ну, не була країна, на щастя, обмежена інформаційно. Були там Ютуб, були, ну, будь-які способи, там, громадські дивитися, інші речі. Можливо, цим людям це просто не потрібно? Тобто, вони сформували таку думку, і вони щасливі з нею. Ну, да, но ведь ви понимаете, это же дело... Я с самого начала говорил, с 2004-го, с 2005-го года, что надо идти на юг, что надо идти на восток, что надо этих людей убеждать. Вы понимаете, была же кампания, и мы не будем, так сказать, об этом забывать, о том, что манкурты, да, и нельзя людей обижать. Это первое. Второе, что касается того, что вы сказали. Вот в 2012 году я был в Крыму последний, наверное, раз, отдыхал там в Байдарской долине у друзей, и как раз была Лондонская Олимпиада. Я у одного очень человека симпатичного, водителя нашего, так сказать, человека, который нас пригласил, спросил, как там наши на Олимпиаде. И он мне на голубом глазу начал рассказывать, как российская сборная выступает. Да? Я говорю, стоп, а как украинская? И он меня просто не понял. Ничего личного, знаете, вот беззлобно, без... Очень хорошие люди, на самом деле. Вот, вот это упущено, никто этим не занимался, да, никто как-то, ну, вот так, не знаю, не было, по-моему, ни государственной политики какой-то осознанной в этом направлении, ни... Ну, себе Крым и Крым, да, с одной стороны, хорошо, давали всем свободу. Собственно, это самое важное. Ну, вот эта свобода, вот... Таким образом, ну, свобода – это же тоже, наверное, вещь какая-то соревновательная. Это не значит, что надо там у кого-то свободу отнять или запретить говорить на каком-либо языке, а просто вот как бы сделать такую состязательность, чтобы людям было и интересно, и как-то их, так сказать, заинтересовать. И уж ни в коем случае не обижать. А это, к сожалению, тоже имело место. От у мене теж було враження, от тиждень тому ми повернулися з колегами з Криму, у мене теж от було враження, схоже на ваше, що Кримом не займалися, ну, як дітьми, та, які ростуть, а потім там, в 15 років він втікає з дому, та, а точно не займалися ж там, чи ще щось. Але потім, ну, якщо так подумати, чи займалися окремо Заходом, чи займалися окремо Сходом, Північю, чи це, ну, це ж все специфічні регіони. Тут на Заході, у Львові, вони самі культивують через оці, наприклад, дуже приємні там туристичні заклади, вони там свої легенди натрамбовують. Та? Тобто кожен сам займається собою. Зрештою, не займались ніким окремо. Ну, ну, как мінімум, да, от то, о чем я говорив, що могла у цих людей возникнути обіда. Как мінімум, цього не треба було робити. Как мінімум, не треба було там, треба було дуже делікатним бути з язиковим вопросом. Да, уже ні в коєм случае первым делом вот сейчас не отменять самый дурацкий, самый неработающий закон, да, но тот, который на слуху. И так далее, и тому подобное. Ну, уж, понимаете, ну, Украина, Украина разная, да, и так же, как отличается, я не знаю, каталонец от андалузца, да, так отличается, там, я не знаю, західник від східника, ну, да. Да, и там южанин от, ну, от северянина в меньшей степени, что у нас, так сказать, такое деление не так сильно. Вот. Ну, как-то так. Сейчас что об этом говорить? Ну, все равно надо этим заниматься. Понимаете, ну, ведь, ну, я не знаю, вот Одесса, она другая все равно. Одесса, она другая, слава Богу. Одесса не захочет в Россию? Одесса не захочет. У меня очень много друзей, у меня очень много связано с этим городом. В Крыму для меня самое больное, самый больной вопрос, это, конечно, вопрос кримсько-татарського народу. Угу. Вот это, зараз, вот это, та, конечно, зараз болит. Це як їх захистити, як, бо, ну, вони кажуть, що ми будемо тут відстоювати там. У них нет другого пути, другого места. Да. Так, вони кажуть, що вони тут залишаться або ще одної депортації, ще одного залишення своїх домівок вони не переживуть. У нас ще є новина,
організатори Паралімпіади в Сочі намагалися не пустити українську спортсменку вийти на арену з закликами до миру. Про це у своєму Фейсбук пише прес-секретар Національного комітету спорту інвалідів Наталія Гарач. Спортсменка Людмила Павленко одягла на церемонію закриття вінок, прикрашений стрічками з надписом «Мир і піс». Однак організатори їх зірвали. Надпис на ковтинці теж хотіли зірвати, і Люда заявила, що якщо зірвуть, вона не вийде з прапором на стадіон, розповіла Грач. Відстояти своє право українці допомогли інші спортсмени. Її обступили спортсмени із інших країн і почали доводити представникам організаторів церемонії, що слово «мир» нічого поганого немає. Почали фотографуватись. Лише тоді представники організаторів церемонії відійшли, написала прес-секретар. Бачите, от такі речі ми видели, как в Москве за плакаты «Миру мир» собирают в автозаке. Мы видели. Да, но вы понимаете, для меня был очень важный день, например, лично для меня воскресный, марш мира. Угу. Я просто включил как фон дома. Для меня было слаще любой самой лучшей музыки. Да. У меня сердце не очень здоровое, да, я просто чувствовал, как, так сказать, меня это лечит. Значит, не все так плохо, не все так... Думаю, что вот эти все цифры крымские, они тоже не должны нас так уж сильно обманывать. Ну что там, ну, во-первых, татары, крымские татары, вернее. Во-вторых, украинцы и так далее. Там очень многие люди запуганы, я думаю, и не... Как нам защитить это меньшинство, да? И так далее, и тому подобное. Ну и кроме того, мне кажется, что прозрение произойдет очень быстро. Очень быстро, потому что, ну, не бывает на свете чудес, да, ну, тюрьма есть тюрьма, даже если там, я не знаю, поманили лишней порцией баланды. Ось щодо росіян, ви казали, да, про цей про марш міра. Скажіть, чи є у вас відчуття, вчора про це багато говорили, чи є у вас відчуття, що от з цієї історії, неприємної історії щодо України, з Україною може народитися якийсь новий протест в Росії? Да, безусловно. Более того, я еще не так давно, наверное, как и многие, ну, так сказать, завидовал, да, когда они выходили на Болотную, а у нас все было тихо. И очень сопереживал, у меня очень много, так сказать, там друзей, френдов по Фейсбуку, я переписываю, сейчас их еще гораздо больше. Вот, и я думаю, что это может быть, так сказать, даже отправная точка. То, что я увидел вчера... Ну хорошо, 50 тысяч, предположим, да, мы тоже сразу не миллионом вышли, вспомним да, недавние события, да, все начиналось с и вы знаете, даже если один, я вот сегодня рано встал, собираюсь идти на эфир, слишком даже рано, и я вспомнил этого самого, помните, ландмайстер, человек, который стоит, скрестив руки, когда все зигуют вокруг. Фотография 36-го, кажется, или 38-го годов, даже если один, это важно. Я помню человека, который в самом начале нашего Майдана стоял возле почтамта с плакатом «Россия с вами». Я его фотографировал, где-то у меня это фото есть. И сейчас вот мне там написала такая Ирина Лангауэр, кажется, фамилия, из Петербурга, что ей стыдно, да? Ей стыдно, и этот человек не просто ей стыдно, она ходила где-то там на летнем саду, развешивала листовки, когда к ней какие-то молодые люди, так сказать, подошли явно агрессивно, она их разагитировала. То есть недаром, вы понимаете, Путин же их, так сказать, сажает из-за нас сейчас, наверное, в гораздо большей степени, чем просто мы сильно напугали. Скажіть, эту поліцейську машину. Кажете, що спілкуєтесь з друзями з Москви та з по Фейсбуку? Санкт-Петербурга, з Екатеринбурга, з многих, із Самари. Оцей список інтелігенції, список людей, які підписалися, та там 8, не пам'ятаю, скільки там людей було, які підтримали дії Путіна щодо України. От що говорять про це, ну, інша частина інтелігенції, я не знаю. Ну, ви розумієте, це історія позора, так сказати, вона не вчора почалася і не сьогодні закінчиться. Я даже не понимаю людей, даже если они там в чем-то не разобрались и не согласны, да, но вы художники, так сказать, в широком смысле слова, не возникает ли у них такого эстетического диссонанса, да, в подписании подобных писем, да, там, израильская военщина известна всему свету, как мать говорю и как женщина, требую их к ответу. Помните, из Галича.
То есть даже сама форма, она унизительна. Там какие-то там бабушки, бурановские бабушки тоже подписывали. За некоторых людей просто обидно и больно, да, я бы это так сформулировал, даже уйти не могут, не обделавшись. Вот проблема в чем. Да, как бы в свое время великая Фаина Раневская говорила, что сняться в плохом фильме – это все равно, что плюнуть вечность. А подписать такую подметную грамоту еще гораздо хуже, на мой взгляд, чем сняться в плохом фильме. Стыдно, просто стыдно. Ну, от зараз ми усвідомлюємо, там, частина суспільства, напевно, більша частина суспільства усвідомлює, що Кримом не займалися всі ці роки, те, що ви кажете. Та? Виходячи з цього, усвідомлюючи цю помилку, чи є якийсь рецепт, як діяти от новій владі, власне, в гуманітарній сфері? Тобто, от що робити далі? Ми вже втратили шматок, і невідомо, яким це буде шматок, лише Крим чи більше? Ну, я не убежден, що... Утратили окончательно, все-таки не убежден, да, потому что прозрение придет, я думаю, довольно скоро. И понимаете, я думаю, что самой главной агитацией будет то, что мы здесь будем правильно и хорошо строить. Самое главное, я вообще не понимаю, ребята, мы вас избавили от этого монстра, да, я вспоминаю этот Бателеман, на котором мы отдыхали, и который забрал Янукович, так сказать, выкорчевали там все деревья. Да крымчане счастливы должны быть. На базе Аюдах, да? Нет, на мысая. На мысе Ая. Вот, у нас там был симпозиум, так сказать, там художественный семинар какой-то. Я поэтому эти места довольно хорошо помню. Там деревья были реликтовые просто, да, вот это все хапнули ваше побережье. Пожалуйста, так сказать, берите свободы столько, сколько можете, сколько унесете, и делайте все сами, забирайте себе ваше побережье, стройте и так далее и тому подобное. Вот такая, мне кажется, должна быть, кроме, так сказать, агитация в национальном государстве, вот, агитация свободы, агитация социальная. Первую голову. Ну, а как это уже? Вы видите? Но с другой стороны, вы понимаете, я думаю, что мы даже слишком много внимания уделяем этому так называемому, как он там называется, крымскому референдуму, да? Референдум это? Ну да. У лапках. Собственно говоря, ну и что, ну давайте завтра среди себя проведем референдум. То есть, что мы куда-то там от кого-то, ну я хочу отделиться от Шевченковского района, например, да? Ну, наверное, имею право. Мне, так сказать, Шевченковский район, в смысле, я имею в виду административное его, так сказать, деление, где я живу, да, и власти порядком надоели. Но лучше я сам стану Шевченковским районом. Вот сейчас ребята создали там Народную Раду Шевченковского района. Я знаю, куда обратиться и так далее и тому подобное. То есть я бы вообще не уделял так много внимания. Ну, если, скажем так, если самому явлению референдума, да, но вот этим всем цифрам, кто там, сколько, мы же понимаем. Мы видели уже, да, на 2015 год проштемпелеванные с мокрыми печатями те самые, как они там называются? Бюллетени, да? Да. Так что 95%, почему не 118? То есть, да, мало бы ты кто сегодня писал. Посмотрим. Что? Вы понимаете, все до такой степени быстро меняется, что я не уверен, что, во-первых, Крым отдадим и отдали. И, во-вторых, совершенно не верю в дальнейшее. То есть, все-таки я не думаю, что они ожидали так уж крепко от всего мира получить по рукам. Все-таки такого единодушия мирового общественного мнения, ну, трудно себе даже вспомнить, да. Потому что, скажем, ну, когда воевали там, допустим, там, с одной стороны, я не знаю, Антанта, с другой стороны, там, страны Оси, воевали позже, да, там, я не знаю, европейская там, культура против цивилизации и так далее и тому подобное. Были хоть какие-то, я не знаю, союзники. А сейчас кто там, Северная Корея и Гватемала, нет, Венесуэла, извините, не хочу обижать Гватемалу. Все.
От і всі союзники. До речі, тим часом, поки українська влада ще спить, немає ніяких заяв щодо так званого референдуму, у російській Госдумі знову заявляють, що рішення про входження Криму до складу Федерації ухвалять вже найближчим часом. Про це пише «Ехо Москви». Віце-спікер Госдуми Сергій Нєвєров сьогодні на прес-конференції, коментуючи результати кримського референдуму, сказав, що результати голосування демонструють, що жителі Крима видять своє будущее тільки в составі Росії. Люди проголосували за воссоединение народу, который всегда жил вместе. Він додав, що всі необхідні законодавчі рішення по итогам состоявшегося референдуму будуть прийняті в кратчайші сроки. Отже, Російська Держдума вже очікує на рішення власне, очікує на рішення, яке Криму сьогодні вже в 10 ранку, тобто за 2 години кримський парламент має зібратися, оголосити офіційні результати так званого референдуму. І сьогодні ж, як заявляв Аксьонов, депутати, якась делегація від кримського парламенту має поїхати в Росію, не знаю, до кого там, до Держдуми, чи до хто їх буде приймати, з проханням, щоб уже Росія пошвидше, власне, приймала Крим у Росію. Як ви вважаєте, взагалі, Росії потрібен Крим як частина держави? Чи це... Ну, это идея фикс, да, с одной стороны. С другой стороны, это очень смешно. Так и знаете, как в этом, как в песне. Сам пью, сам гуляю, сам что там, ложусь, сам лягаю, сам сажусь, я сам лягаю. То есть сами себе создаем правовое поле, потом сами в него поверили, потом сами, так сказать, его да, законодательно решили и так далее и тому подобное. Ну, чем бы дитя не тешилось. С одной стороны, а с другой стороны, конечно, не смешно. Никто же не воспримет в мире эти законодательные акты, так сказать, всерьез. Ну, де-факто, конечно, де-факто для людей, которые там, это не шуточки. Ну, Ну, Росія візьме Крим у свій склад як держави? Чи це буде така ж держава умовно? Я думаю, це буде якесь квазі-государственне образування, да, як Абхазія, як Осетія. Тут мій друг, у мене дуже хороший близький друг, є Абхаз, немножко обижається, коли ми все время Абхазію склоняємо. То есть он сам переживает, он, так сказать, он гражданин Украины, патриот, художник замечательный и так далее. Вот, ну, поэтому я немножко воздержусь от упоминания, да. Давайте Приднестровье, Південну Осетію, будь ласка, північно. Да, я думаю, что это будет такое вот квази-государственное образование. Я думаю, что потери экономические очень быстро каждый крымчанин ощутит на себе, собственно говоря, за счет Крым жил за счет чего? За счет коечников. И все-таки украинских коечников было много больше. А российские просто не поедут ехать, так сказать, там, я не знаю, к зеленым человечкам. Думаю, мало найдется охотников. Є ще один коментар. Це коментар народного артиста СРСР Армена Джигарханяна, який коментує ситуацію в Україні і своє відношення до Путіна. Це аудіофайл, зараз ми його послухаємо. Говорю вам дуже серйозно. Тому що ту інформацію, яку ми отримуємо, сильно ізуродованою, не знаю, я обожаю Україну. Для нас була радість приїжджати на гастролі на Україні. Сегодня оказалось, что мы враждебные государства. Это я не могу понять, или надо должны пройти время, чтобы я это освоил. У армян есть такая потрясающая пословица. Говорит, один дурак бросил большой камень в воду, и 100 умных человека это не могут вытащить. Один дурак, а 100 умных людей не могут вытащить. Вот это для меня абсолютно очевидная вещь. Я ничего не подписывал и даже не звонил. И мне не звонили. Потому что я бы сказал то же, что сейчас вам говорю. Надо одну недельку походить там. Да. А сидеть дома по телевизору, смотреть эту... вопиющую неправду. Вот я вам приведу один пример.
Я очень знал хорошо братьев Кличко. Очень хорошо. Общался, они меня любили, я их любил. Сейчас мне хотят доказать, что сначала с того, что он пидорас, показывали его голую жопу, а теперь хотят убедить меня, что он глубокий националист. Я этих людей хорошо знал. Поэтому этого нельзя. Это очень страшно. Нас учили люди, что время, время определить наше дело. Поэтому я говорю, честно вам говорю, я абсолютно растерянный человек. Абсолютно. Именно в данном случае в вопросе Украина, Россия, что это враги, это для меня, это непонятно почему. Не может быть, чтобы Россия и Россия и Украина станут врагами. Это не может быть. На моих глазах прошла вражда турков и армян. Я даже знаю, про что это. Вы меня простите, что я вас на политику на эту провоцирую, потому что я люблю в Неаполь, но тут такая ситуация, когда, знаете, любой голос там спокойствия и иронии лучше, чем молчание. Да, любой конечно, голос поддержки, а поддержки вообще поддержки, золото. Поддержки, да. Вот я, мой девиз, дай времени дорогу. Все, поймем, услышим, понюхаем друг друга. Я каждый день отсюда звоню в Киев, потому что у меня друзья есть, Ада Роговцева, Резникович, великий мультипликатор Давид Черкасов. Я звоню им, потому что я думаю, как вы там живете? Нормально, вот я сегодня говорил Резниковичу, он мне говорит, репетируем. Я говорю, ведь трудно же. Ничего, надо выходить. И вы правы, что голос хотя бы маленький, что, ребята, все будет хорошо. Отже, громадське телебачення продовжує марафон. Уже понад 24 години в безперервному режимі громадське телебачення висвітлює події в Криму, зокрема референдум, який вчора там відбувся. Скажу, що на щастя все спокійно, ніхто не постраждав, все пройшло мирно, бо готувалися до найгіршого, враховуючи, яка кількість російських військових перебуває зараз на півострові. На щастя, все спокійно. За 2 години Верховна Рада Криму, яка була розпущена українським парламентом, оголосить результати, офіційні результати референдуму. Будемо на них чекати, але зараз вже є результати екзит-полу, які говорять, що більше 95% кримчан проголосували за приєднання до Росії. У нас в гостях пан художник, пан Матвій Вайсберг. Ми говоримо, власне, от слухали тільки що пана Джигарханяна, ви його вже чули, так? Я так розумію. Да. Я вчора розшарив у себе на Фейсбуці. Дуже емоційно він говорить, його це зачіпає, це відчувається. Я вам скажу, що, знаєте, от ми говоримо о тих підписантах. Хотілося б сказати, наоборот, о людях, які виступили проти. И для меня было там много приятных удивлений. Скажем, Макаревич, Гребенщиков и так далее. Да, да, Макаревич, да, окрема зірка, да. Останніх кількох днів. Вот, мне кажется, как бы вот этому внимание стоит уделять больше, потому что люди это сделали, да, там вот, Чудакова и так далее. Я смотрел на этот марш мира, как много прекрасных лиц, да, как много глаз, как много молодежи и так далее и тому подобное. И это же даже не 8 человек, которые вышли когда-то в 68-м году. Это много больше, да, если там в Магадане вышло там несколько тысяч человек. И так далее и тому подобное. Мне вот женщина вчера из Самары писала, и очень много. Ну, это как бы, знаете, такое для меня было не то чтобы реанимация России. Я никогда ее и не хоронил. И всегда отличал, так сказать, да, собственно, страну от режима. Вот. Но это было, конечно, очень наглядно и очень приятно. И очень полезно для здоровья.
Що от ви кажете, ви, напевно, єдина людина така, яка зберігає оптимізм і каже з тим, з ким я спілкуюся в останні дні, яка каже, що все-таки Крим не втрачений для України. Що ще може статися? Який ви залишаєте оптимістичний сценарій для себе в голові? Ну, во-первых, я не оставляю все-таки вероятності того, що этот дракон свої щупальця немножечко, так сказать, отодвинет. Все будет очень сильно зависеть от того, насколько действенными будут все эти санкции и так далее. Я не очень хорошо вообще понимаю их расчет, если там вообще расчет есть как таковой. Они же кичатся тем, что они все просчитали. Думаю, далеко не все. Если бы они все просчитали, мы бы здесь с вами не сидели, да, а ходили бы где-нибудь строем. Я себе по законам от 16 декабря насчитал там 4 статьи и успокоился на этом. Вот. Так что не все так гладко выходит. Поэтому я не исключаю такой возможности, что они все равно отползут. То есть она минимальна, но она все-таки есть. Но посмотрим, вы понимаете, когда вот эти вот безумные, там сколько там, больше чем 3 месяца мы ходили, и кто-то спрашивал, что будет дальше, я говорил всегда, что ни один человек вам на этот вопрос не ответит. Ни группа людей, ни один человек. Слишком много факторов, слишком много такой, знаете, квантовой спутанности. Mm-hmm. То есть это может зависеть вообще от того, вот, я не знаю, что там случайно может произойти. Так что я все-таки есть надежда, мне кажется, и на какой-то такой более или менее нормальный исход. Ну, а в войну я не верю, в широкомасштабную, просто не верю. Ну, в конце концов, даже трудно, конечно, психологию сумасшедших прогнозировать, да. Но все-таки, ну не самоубийцы же они. Хочеться вірити. Матвій Вайсберг, художник, дякую вам, що прийшли в нашу студію. Ми вже завершуємо марафон 24 години, пішла 25-та година марафону на Громадському.